Народная артистка России Диана Гурцкая подарила свое творчество жителям Карачаева-Черкесии. Популярная певица выступила в Черкеске на сцене амфитеатра. В торжестве, посвященном столетию Карачаева-Черкесии и году людей с ограниченными возможностями здоровья, также участвовали творческие коллективы республики. Репортаж Светланы Шагановой. Все песни о родной, красивой, дружной Карачаево-Черкесии. Вековой юбилей республика празднует большой национальной семьей, в которой говорят на разных языках, но всех нас объединяет мир, согласие, единство, добрососедство. В амфитеатре аншлаг. И главные зрители – ребята из социальных учреждений, дети-инвалиды, представители общества слепых. Этот год глава региона Рашид Тимрезов объявил годом людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди участников концерта – талантливые исполнители, для которых инвалидность – не приговор. Они творчески развиваются и на одной сцене с профессионалами дарят всем свои песни. Излучает свет тем, для которых мир хоть и стал черно-белый, но через волшебное стекло они смотрят своим ярким и добрым взглядом. На сцене особенная певица Диана Гурцкая, нежная, хрупкая, с хрустальным голосом, доказала всем, что для творчества нет преград. И, как она говорит, мы такие же, как и все. Живем, любим, растим детей, поем. Лет назад Диана Гурцкая создала благотворительный фонд «По зову сердца», который помогает незрячим и слабовидящим детям. Как признается певица, мечта была давно – помогать детям самореализоваться в этом непростом мире. И здесь не нужна жалость окружающих, нужна поддержка. Я, конечно, безумно благодарна Богу и судьбе за это, и, конечно, всей команде, которая мне помогает. Конечно же, это моя семья, это мой брат и продюсер, это наш центр социальной интеграции. Это все те люди, которые меня окружают, и без них бы ничего не получилось. Это страна, которая нам помогает в этом случае. Все помогают, поэтому я хочу сказать от всего сердца, от всей души, мир не без добрых людей. Еще раз говорю, я живу ради наших деток, ради наших ребят. Если мне что-то удается в этой жизни делать, я счастлива. Председатель правительства Мурат Аргунов поблагодарил народную артистку России за великолепный концерт, за торжество, которое Диана Гурцкая разделила вместе с Карачаево-Черкесией. Я позвольте от имени главы республики Рашида Бакиевича Тимрезова поблагодарить за то, что вы поддерживаете нашу республику. Вот этот полный зал показывает, насколько ваше творчество уважают и любят в нашей республике. Любимые хиты зал пел вместе с Дианой Гурцкой. На концерте исполнилось и желание поклонницы, творчески одаренной девушки из Хабеза, Марианы Кемрюговой. Она встретилась со своим кумиром и пела в унисон с яркой звездой по имени Диана. Ты здесь, чувствую я тебя. Все у нас впереди.
очень-очень понравился ее концерт, ее творчество и все ее песни. Она такая классная, общительная. Она меня сразу узнала, сказала: «Я вас узнала». Я ее очень-очень люблю. В финале концерта Диана Гурцкая наградила победителей спортивных состязаний, воспитанников спортшкол. И, расставаясь, поздравила Карачаево-Черкесию с юбилеем. Удачи, успеха, много-много улыбок, всего самого наилучшего. И я бы себе пожелала бы еще раз приехать сюда, потому что мне здесь очень понравилось, здесь очень тепло, здесь очень чувствуется добро. И я очень-очень полюбила всех вас. Шаганова, Мухаммед Ашибоков, «Вести», Карачаево-Черкесия.